Беседа 14. Римлянам 8.12. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живем по плоти, живете, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Показав, какова награда духовной жизни, которая вселяет в нас Христа, оживотворяет мертвенные тела, окрыляет к небу, делает стези добродетели более удобной. Апостол необходимо потом представляет увещание, говоря: «Итак, мы не должны жить по плоти». Впрочем, он не так сказал, а гораздо выразительнее и сильнее, говоря, что мы должники духу, словами «мы не должники плоти». Он именно на это указывал. И всюду он это раскрывает, доказывая, что все совершенное для нас Богом было не по долгу, а по одной только благодати. Все же происходившее после этого от нас есть не дар, а долг. На это он намекает, когда говорит: «Вы куплены драгоценной ценою, поэтому не будьте рабами человеков». И то же самое показывая, когда пишет: «И вы не свои». И о том же самом упоминает еще в другом месте, когда говорит, что если один умер за всех, то и все умерли. И за всех умер, чтобы живущий уже жил не для себя. Тоже подтверждает и здесь словами «должники». Потом, так как сказал «должники не плоти», то чтобы ты опять не отнес этого к существу плоти, он не остановился на этом, но присовокупил, чтобы не по плоти жить. «Многое обязаны мы делать и для плоти, питать ее, греть, покоить, лечить в болезни, одевать и оказывать ей множество других услуг». И так, чтобы ты не подумал, что апостол запрещает такое служение по плоти, он и сказал: «Мы не должники плоти, братья, чтобы жить по плоти. Запрещаю, — говорит он, — иметь такое попечение о плоти, которое доводит до греха, а с другой стороны желаю, чтобы были заботы о ней», что он и разъясняет впоследствии, а именно сказав, чтобы не исполнять ее похоти, не остановился на этом, но и добавил «похоти». Тому же и здесь учит, говоря: «Пусть и плоть будет предметом попечения, потому что мы должники ее в этом, но, конечно, не станем жить по плоти, то есть не станем делать ее госпожой нашей жизни. Необходимо, чтобы она шла позади, а не впереди, чтобы она не управляла нашей жизнью, а принимала законы Духа. Итак, определив это и подтвердив, что мы должники Духа, потом, показывая должниками, каких благодеяний мы состоим, апостол говорит не о прошедшем, но о будущем, в чем и должно особенно дивиться его благоразумию. Хотя и прежних благодеяний было достаточно, но однако же он не представляет их теперь и не говорит о неизреченных тех милостях, а указывает на будущее. Многих обыкновенно трогает не столько оказанное уже прежде благодеяние, сколько ожидаемое и будущее. Намереваясь же говорить о будущих благодеяниях, апостол сперва устрашает скорбными и худыми последствиями плотской жизни и говорит так: «Если же живете по плоти, то умрете», разумея здесь смерть бессмертную, то есть наказание и мучение в гиене. Лучше же сказать, если тщательно рассмотреть это: «Живущий по плоти мертв даже и в здешней жизни», как было уже нам объяснено в предыдущей беседе. «Если же духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Замечаешь ли ты, что он говорит не о природе тела, но о плотских делах? Он не сказал, если духом умерщвляете телесное естество, будете живы, но дела, и притом не все, а порочные. Это ясно и из последующего, где он говорит: «Если сделаете это, будете живы». Да и как это было бы возможно, если бы он говорил о всех делах вообще? Ведь и видеть, и слышать, и говорить, и ходить есть плотское дело. Если станем умерщвлять такие дела, то настолько отрешимся от жизни, что подвергнемся обвинению и самоубийству. Итак, какие же дела апостол повелевает умерщвлять? Те, которые приводят к пороку. Клонятся ко злу, которых невозможно умертвить иначе, как духом. Убивши же другие дела, можно убить и себя самого, что непозволительно. А эти дела умерщвляются только духом. Если дух является,
все волнения утихают, все страсти усмиряются, и ничто не восстает против нас. Заметил ли ты, как апостол увещевает нас будущими благами, о чем я сказал выше, и доказывает, что мы должники не силу только сделанного уже для нас? Благодеяние Духа, говорит он, состоит не только в том, что Он отпустил нам прежние грехи, но и в том, что соделывает нас и в будущем непобедимыми для греха и удостаивает бессмертной жизни. После того, указывая на новую награду, присовокупляет: «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». 658. Этот венец гораздо важнее прежнего. «Потому, — не просто сказал, — все живущие Духом Божиим, но водимые Духом Божиим». Чем выражает свое желание, чтобы Дух Божий был господином нашей жизни, как кормчий управляет кораблем или возница парой коней. Не на одно тело, но и на душу апостол налагает такую узду. Он не желает, чтобы душа господствовала, но власть ее подчинил силе Духа, чтобы римляне, уповая на дар крещения, не пренебрегли последующей своей жизнью. Апостол говорит, что хотя ты и принял крещение, однако если после этого не будешь водиться Духом, то утратишь дарованное тебе достоинство и право усыновления. Потому не сказал те, которые приняли Духа, но все, водимые Духом Божиим, то есть те, которые так живут в продолжении целой жизни, те суть сыны Божии. А как это достоинство дано было иудеям? Потому что сказано: «Я сказал, вы боги, сыны Всевышнего, все вы». И еще: «Я родил сынов и возвысил». И опять: «Сын мой, первенец Израиль». Исход 4.22. А также сам Павел говорит: «Которых и усыновление». То он раскрывает, какое существует различие между тою и другой честью. Хотя названия одни и те же, говорит он, но дела не одни и те же. И ясное доказательство этого представляет в сравнении и благоуспевших, и сообщенных даров, и будущих наград. И, во-первых, показывает, какие дары сообщены были иудеям. Какие же именно? Дух рабства. Поэтому присовокупил: «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Потом, не сказавши о противоположном рабстве, то есть духе свободе, указал на то, что гораздо важнее именно на дух усыновления, через который сообщается и дух свободы. Понятно, что значит дух усыновления, но что такое дух рабства, это непонятно. А потому необходимо это объяснить. Тем более, что сказанное апостолом не только неясно, но даже совершенно невразумительно. Ведь народ иудейский не получил духа. О чем же говорит здесь Павел? Так он назвал письмена, потому что они были духовны, а равно и закон духовен. И вода из камней, и манна. Все же, говорит, пили из одного и духовного камня и ели одну и ту же духовную пищу. И камень называется также духовным. Говоря, пили от духовного последующего камня. Так как все эти действия были сверхъестественны, то апостол назвал их духовными, хотя участвовавшие тогда в них и не приняли духа. Почему же ветхозаветные письмена были письменами рабства? Рассмотри всю жизнь иудеев, и тогда ясно узнаешь это. У них и наказания воздавались вскоре, и награда следовала тотчас, будучи соразмерны и подобны какому-то ежедневному содержанию, выдаваемому слугам. Повсюду перед взором их приносился сильный страх. Строго соблюдались телесные омовения, да воздержание в поступках включительно. У нас же не так, но ощущается помысл и совесть. Христос не говорит только «не убивай», но и «не гневайся», или «не только не прелюбодействуй», но и «не смотри нечистым оком», чтобы мы не из страха настоящего наказания, а из любви к Нему приобретали навык в добродетели и успевали во всем прочем. Бог не обещает земли текущим медом и молоком, но делает нас сонаследниками единородного, всеми мерами отклоняя нас от настоящих благ и обещая преимущественно даровать такие, какие свойственно получать соделавшимся сынами Божьими. У нас ничего нет чувственного, ничего телесного, но все духовно. Иудеи, хотя и назывались сынами, но как рабы, а мы как
сделавшись свободными, получили усыновление и ожидаем себе небо. С иудеями Бог беседовал через других, а с нами сам лично. Иудеи все делали, побуждаемые страхом наказания, а духовные все делают по желанию и любви, и доказывает это тем, что преуспевает сверх предписанного в заповедях. Иудеи, как наемники, неблагодарные, никогда не переставали роптать, а христиане угождают Отцу. Те, будучи облагодетельствованы, богохульствовали, а мы и в опасностях благодарим. Хотя грешникам и теперь должно подвергнуться наказанию, но и в этом большое различие. Иудеев священники побивали камнями, сожигали, подвергали отсечению членов тела. Равные мы подлежим взысканию, но для нас достаточно отлучения от отчей трапезы и удаления от созерцания ее на определенное число дней. Для иудеев усыновление было только честью наименования, а у нас за этим следует и дело. Очищение посредством крещения, дарование духа и ниспослание прочих благ. К этому можно прибавить много и других доказательств нашего благородства и их незначительности. Апостол, все это обозначив словами «дух», «страх» и «усыновление», представляет и другое доказательство того, что мы имеем духа усыновления. Какое же это? Которым и вопием «Авва, Отче!» 660. Насколько это важно, о том хорошо знают просвещенные, так как им в таинственной молитве повелевается прежде всего произносить это изречение. Итак, что же? Разве иудеи не называли Бога Отцом? Не слышали ли, что говорит Моисей? «Бога, росшего тебя, оставил» — Второзаконие 32:18. Не слышишь ли, как Малахий укоряет и говорит: «Не один ли Бог создал нас? Не один ли Отец у всех вас?» 2:10. Но хотя бы были приведены и другие, многие изречения Писания, однако мы нигде не найдем того, чтобы иудеи называли Бога именем Отца и молились Ему. У нас же и священникам, и мирянам, и начальникам, и подчиненным всем повелено так молиться. И это есть первое слово, которое мы произносим после чудесного того рождения и после нового и необычайного порядка вскормления. Притом, если иудеи когда-нибудь называли Бога Отцом, то по собственному разумению. А живущие по благодати называют так побуждаемой силой Духа. Как есть Дух мудрости, посредством которого немудрые сделались мудрыми, что и обнаружилось в учении, так есть Дух силы, посредством которого немощные воскрешали мертвых и изгоняли бесов. И есть также Дух дара исцелений, Дух пророчества и Дух языков. Так есть и Дух усыновления. И как о духе пророчества мы знаем, что имеющий его предсказывает будущее, изрекая не от своего ума, но движимый благодатью, так должно сказать и о духе усыновления, что принявший его именует Бога Отцом, возбуждаемый духом. Апостол, желая показать истинное наше происхождение, употребил и еврейское выражение. Он не сказал только «Отче», но «Авва, Отче», как преимущественно законные дети называют отца. Итак, сказавший о различии в жизни, в дарованной благодати и свободе, апостол представляет и новое доказательство превосходства, получаемого от этого усыновления. Какое же именно? «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божии». Я утверждаю это, говорит он, не только на основании слова, но и на основании причины, порождающей слово, так как произношу это по внушению Духа. Это апостол еще яснее выразил в другом месте, сказавши: «Послал Бог Духа, Сына Своего, в сердца нашего пьющего Авва, Отче». Галатам 4:6. Что же значит? Дух послушествует Духове. Утешитель, говорит апостол, свидетельствует о сообщенном нам даровании. Сей Дух свидетельствует Духу нашему. Это не только голос дарования, но и голос утешителя, подавшего дар. Он сам посредством дарования научил нас произносить это слово. А когда свидетельствует Дух, какое может быть недоумение? Если бы это бы обещал человек, или ангел, или архангел, или другая какая-нибудь подобная сила,
то для некоторых сомнение, пожалуй, было бы возможно. Но когда высочайшее существо и даровало это, и свидетельствует нам об этом тем словом, которое повелено произносить в молитве, тогда кто может сомневаться в достоинстве? Когда царь кого-нибудь жалует и перед всем объявляет о его чести, то осмелится ли кто-нибудь из подданных ему противоречить? А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Продолжает апостол. Замечаешь ли, как он постепенно увеличивает дар? Так как, может быть, детьми можно и не сделаться наследниками, ведь не все дети бывают наследниками, то апостол присовокупляет, если и наследники. Иудеи, помимо того, что были усыновлены, как мы, еще лишены были и наследства. А злых погубить, а виноград предать иным делателям. А прежде того Христос сказал, «Ибо многие придут от востока и запада, и возлягут с Авраамом, а сыны царствия будут изгнаны вон». Но апостолы на этом не останавливаются, а прибавляют нечто большее. Что же именно? То, что мы, наследники Божии, почему и присовокупил, сонаследницы Богу. И что еще важнее, не просто наследники, но и сонаследники Христу. Видишь ли, как апостол старается приблизить нас ко Владыке. Так как не все дети бывают наследниками, то он показывает, что мы и дети, и наследники. Далее, так как не все наследники бывают наследниками великих деяний, то он показывает, что мы и это имеем, будучи наследниками Бога. И опять, так как можно быть наследником Бога, но не сонаследником единородного, то показывает, что мы и это имеем. И заметь мудрость апостола. Когда он говорил о том, что потерпят живущие по плоти, он не распространился в описании скорбей, а сказал только, что они умрут. А коснувшись обетований, говорит гораздо обширнее, упоминает о воздаянии наград и перечисляет различные и великие дары. Если и быть сыном неизреченная благодать, то представь, насколько важно быть при том и наследником. А если это важно, то гораздо выше быть сонаследником. Потом желаю показать, что все это не есть дар одной благодати, и вместе придать более достоверности словам своим. Апостол присовокупляет, если с ним страдаем, то с ним и прославимся. Если мы, говорит Павел, участвовали со Христом в скорбях, тем более будем участвовать в радостях. Тот, кто одарил такими великими благами, еще не оказавших никаких заслуг, не тем ли более вознаградит их, когда увидит, что они и потрудились, и столько страдали. 662. Итак, доказав, что воздаяние действительно существует, апостол, чтобы речь его получила достоверность, и чтобы никто не сомневался, снова доказывает, что оно имеет также силу благодати, отчасти для того, чтобы и сомневающиеся поверили сказанному, и поверившие не стыдились, будто бы они всегда спасаются по милости, отчасти для того, чтобы ты знал, сколько воздаяния Божие превосходят труды твои. Первое он выразил, сказав, если с ним страдаем, то с ним и прославимся. А относительно второго прибавляет, ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. В предыдущих словах апостол требует духовного исправления нравов, когда говорит, вы не должны жить по плоти, то есть должны удаляться похоти, гнева, сребролюбия, тщеславия, зависти. А теперь, после того, как напомнил верующему о всем данном ему даре, имеющем значение для будущего, после того, как укрепил и возвысил его упованиями, поставил близ Христа и объявился наследником единородного, теперь смело выводит его на бедствие. Не одно ли и тоже побеждать страсти в нас возникающие и переносить внешние искушения, побои, голод, лишение имущества, заточение, оковы, введение на казнь? Для последнего много нужно благородства души и бодрости. И заметь, как апостол вместе принижает и возвышает мудрование подвязающихся. Всякий раз,
как он указывает на то, что награда выше трудов, он побуждает к большим трудам и не допускает высоко о себе думать, как побеждаемых воздаянием венцов. И в другом месте он говорит: «Легкая наша печаль по приумножению производит вечную славу». Эта речь у него была к более любомудрым. Здесь же он не признает страданий легкими, а утешает в них воздаянием будущих благ, говоря: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Не сказал: «Ничего не стоит в сравнении с будущей радостью», но что гораздо сильнее — в сравнении с будущей славою. «Тебя печалит то, что она еще впереди. Но это самое и должно радовать тебя, так как там уготована слава великая, неизреченная и превосходящая настоящее твое состояние». Апостол не без цели сказал, что страсти нынешнего времени – страдания, но с намерением показать, что будущая слава превосходит настоящую не только качеством, но и количеством. Нынешние страдания, каковы бы они ни были, прекращаются с настоящей жизнью, а будущее благо простирается на бесконечные века. И так как апостол не мог подробно исчислить и изобразить их словом, то наименовал их славою, которая в особенности представляется для нас приятною, потому что почитается вершиною и главой всех благ. Апостол и другим способом ободряет слушателей и усиливает речь указанием на творение, имея в виду в следующих словах две цели: внушить презрение к настоящему и желание будущего. Вместе с этим он имеет и третью цель, которую правильнее назвать первой, именно показать, насколько любезным является Богу человеческий род и в какой чести у него естество наше. Кроме того, одним этим учением апостол, как паутину и детские игрушки, ниспровергает все толки философов, составленные ими об этом мире. Но, чтобы это было более ясно, выслушаем собственные апостольские слова: «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде». Апостол говорит здесь о следующем: «Тварь эта сильно мучится, чая и ожидая тех благ, о которых мы теперь сказали. Чаяние и есть сильное ожидание». А чтобы речь была выразительной, апостол олицетворяет весь этот мир, как делают и пророки, говоря, что реки рукоплещут, холмы скачут, горы прыгают. Но не за тем, чтобы мы считали их одушевленными и приписывали им какой-нибудь помысел, но для того, чтобы мы заключали о преизбытке благ, простирающихся и на самые бесчувственные твари. То же самое пророки нередко делают и при изображении чего-нибудь печального, говоря, что виноградник плачет, вино, горы и своды в храмах громко шумят, чтобы мы опять поняли чрезмерность зол. И апостол, подражая пророкам, олицетворяет здесь творение и говорит, что оно стенает и мучится, не потому, чтобы действительно он услышал стенание земли и неба, но с целью выразить изобилие будущих благ, желание освобождения от настоящих зол. «Ибо тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее». Что значит «суете тварь покорилась»? «Сделалась тленною». Для чего же и по какой причине? «По твоей вине, человек». Так как ты получил смертное и подверженное страданиям тело, то и земля подверглась проклятию, произрастила тернии и волчцы. А что и небо, обветшавшее вместе с землей, впоследствии будет иметь лучший жребий. Послушай, как говорит об этом пророк: «Вначале ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук твоих, но они погибнут, и ты пребываешь вовек, и как ризы обветшают, и как одежду совьешь их, и они изменятся». Псалом 101:26. И Исаия восклицает: «Воздвигните на небо очи ваши и воззрите на землю долу, потому что небо, как дым, утвердись, и земля, как риза, обветшает, живущие же на земле си и замрут». Исаия 51:6. Понял ли ты, как тварь послужила суете и как она освобождается от тления? Один говорит, как одежду совьешь и изменится, а Исаия говорит, живущая на земле
умрут, указывая не на совершенную гибель, так как живущие на земле, то есть люди, подвергнутся не конечной, а временной гибели, от которой перейдут в бессмертие. Также и тварь. Все это пророк и выразил словами «Ибо сии и замрут». То же самое говорит и Павел впоследствии, пока он рассуждает о рабстве и показывает, от чего оно произошло, и причиной считает нас самих. Итак, что же, неужели тварь, подвергаясь этому из-за другого, оскорблена? Нисколько, потому что она для меня и существует. А если она существует для меня, то каким образом она может подвергаться обиде, как скоро переносит это для моего исправления? Да и вообще к неодушевленному и бесчувственному не следует и прилагать понятия о справедливом и несправедливом. Но Павел, после того, как олицетворил тварь и не входит в дальнейшее рассуждение по поводу сказанного, спешит как можно более утешить слушателя другой мыслью. Какой же именно? «Что ты говоришь?» – рассуждает он. «Неужели тварь через тебя потерпела зло и стала тленною? Но ей не причинено этим никакой обиды, потому что через тебя же она опять будет нетленною», как это и указано словами, «в надежде». Когда, говорит, повиновалась недобровольно, то этими словами он вовсе не показывает, что тварь владеет разумом, но вразумляет тебя, что все было делом попечения Христова, а не ее заслуги. Дальше апостол говорит, в какой надежде тварь покорилась суете, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, свободу славы детей Божиих. Что значит «сама»? Не ты один, но то, что ниже тебя, что не имеет ни разума, ни чувства, и то будет с тобой участвовать в благах. Освободиться, говорит апостол, от рабства тлению, то есть не будет уже тленною, но сделается соответственное благообразие твоего тела. Как тварь сделалась тленной, когда тело твое стало тленным, так и тогда, когда тело твое будет нетленным, и тварь последует за ним и сделается соответственно ему, выражает апостол и прибавляет «свободу славы детей Божиих», то есть посредством свободы, как кормилица, воспитавшая царского сына, когда он получит отеческую власть, наслаждается вместе с ним благами, так и тварь, по словам апостола. Видишь ли ты, что человек всюду бывает впереди, и что все это для него делается? Замечаешь ли, как апостол утешает подвязающегося и доказывает неизреченное Божие человеколюбие? «Зачем скорбишь по поводу искушения?» — говорит он. «Ты терпишь сам за себя, а тварь за тебя терпит». И не только утешает, но и доказывает достоверность сказанного им. «Если надеется тварь, которая из-за тебя стала тем, что она теперь есть, тем более надейся ты, через которого тварь будет наслаждаться всеми теми благами». И люди обыкновенно одевают слуг в лучшее платье ради чести сына, когда ему нужно показаться во всем своем достоинстве. Так и Бог облекает тварь нетленную в свободу славы детей. «Ибо мы знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». 666. Замечаешь ли, как апостол стыдит слушателя, говоря как бы так: «Не будь хуже твари и не прилепляйся к настоящему». Тебе не только не должно прилепляться, но и нужно воздыхать по поводу замедления в твоем переселении отсюда. Если и тварь так делает, тем более прилично это тебе, одаренному разумом. Но этого еще мало, чтобы пристыдить тебя, потому апостол и присовокупляет. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего, то есть как предвкусившие уже будущих благ. Хотя бы кто был и каменным человеком, все же дарованного нам уже достаточно, чтобы возбудить, отвлечь от настоящего и сугубо окрылить к будущему. Как тем, что дарованное велико, так и тем, что эти столь великие и многие дары только начаток. Если же начаток таков, то через него можно освободиться от грехов и достигнуть праведности и освящения. А апостолы изгоняли бесов и своей тенью, и одеждами воскрешали мертвых. То представь, каковы все будущие блага. Если воздыхает тварь, которая лишена разума и дара слова, и которая о всем этом не имеет никакого познания, то тем более должны воздыхать мы. Но чтобы еретики не имели повода думать,
что апостол осуждает все настоящее. Он говорит далее: «Мы воздыхаем не потому, что осуждаем настоящее, но потому, что желаем большего». Это самое выразил он словами, усыновление ожидая. «Что ты говоришь, Павел? Почему ты постоянно обращаешься взад и вперед, то восклицаешь, что мы стали уже сынами, то опять причисляешь это благо к предметам надежды и пишешь, что нам еще должно получить его?» И так, исправляя это, последующим апостол прибавляет избавление тела нашего, то есть совершенной славы. Теперь участь наша до последнего нашего издыхания находится в тайне, потому что многие из сынов делались потом псами и пленниками. А когда мы переселимся отсюда с доброй надеждой, тогда дар сделается неотъемлемым, более явным и великим. Тогда не будет и страха, что грех и смерть могут изменить его. Тогда только благодать сделается безопасною. Тогда и тело наше освободится от смерти и бесчисленных страданий. Слово «избавление» значит непростой выкуп, но такой, после которого уже нельзя возвратиться в прежний плен. А чтобы ты не впадал в недоумение, непрестанно слыша о славе и не имея ни ясного понятия, апостол в подробности раскрывает будущее благо, указывая на изменение твоего тела и, соответственно, темы всей твари. Это он яснее выразил в другом месте, сказав: «Который и преобразит тело смертное наше, согласно сообразно телу славы его». И в другом послании он пишет: «Когда же смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою». А в доказательство того, что вместе с разрушением тела последует изменение в состоянии всех предметов, участвующих в жизни, апостол написал в другом месте: «Переходит образ мира сего, проходит, ибо мы спасены в надежде». Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться, продолжает он. Так как апостол доселе вел речь об обетовании будущих благ, а для более немощного слушателя казалось прискорбно уметь лишь надежду на благо, то он сперва раскрыл, что будущее благо гораздо достовернее настоящих и видимых. Много беседовал я о дарах, уже сообщенных, и доказал, что мы получили начаток будущих благ, а затем, чтобы мы не искали всего здесь и не погубили своего благородства, приобретенного через веру, говорит, что надежды, смысл этих слов следующих: не нужно здесь всего искать, но нужно и надеяться, мы спасены в надежде. Ведь мы принесли Богу только один тот дар, что поверили Ему в обетование будущих благ, и только одним этим путем мы спаслись. Если мы потеряем этот путь, то погубим свое приношение. Спрашиваю тебя, говорит, не был ли ты виновен в бесчисленных худых делах? Не погибший ли ты человек? Не подлежишь ли ты приговору? Не все ли оказались бессильными спасти тебя? Итак, что спасло тебя? Одна только надежда на Бога, одна вера в то, что Он обещал и даровал. Ты ничего больше не мог и принести в дар Богу. А если надежда спасла тебя, храни ее и теперь». Как скоро она доставила тебе столько благ, то очевидно, что не обманет тебя и относительно будущего. Если она, нашедши тебя мертвым, погибшим, пленником и врагом, сделала другом, сыном, свободным, праведным и сонаследником, и доставила тебе столько благ, сколько никто никогда не ожидал, то после столь великой щедрости и благосклонности, неужели она оставит тебя в последующих обстоятельствах? Итак, не говори мне: опять надежда, опять ожидание, опять вера. Таким образом, ты спасся в начале, и этот единственный дар ты принес жениху. Потому соблюдай его и храни. И если ты будешь требовать здесь всего, то погубишь свою заслугу, при посредстве которой ты прославился. Вот почему апостол и присовокупляет: «Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». То есть, если всего будешь искать здесь, к чему тогда и надежда? Что же такое надежда? Твердая уверенность в будущем. Большего ли требует от тебя Бог после того, как сам Он даровал тебе все свои блага?
Он требует от тебя одного только надежды, чтобы и ты сам мог сколько-нибудь содействовать своему спасению. На это именно и намекает апостол. Бог венчает надеющегося так же, как и того, кто трудится, бедствует и переносит бесчисленные напасти. Слово «терпение» указывает на усилия в трудах и большое постоянство. Но, однако, Бог и это даровал надеющемуся, чтобы утешить утружденную душу. 668. Потом, доказывая, что и для этого легкого труда мы пользуемся сильной помощью, апостол добавляет: также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Одно принадлежит тебе, именно терпение, а другое есть дарование Духа, поощряющего тебя к надежде и посредством ее облегчающего и труды твои. О том, чтобы ты знал, что благодать не только сопутствует тебе в трудах и опасностях, но и содействует в самых легких, по-видимому, делах и во всем, оказывает свою помощь, апостол и добавляет: «Ибо мы не знаем, о чем, как должно молиться». Этими словами апостол указывает на великое о нас промышление Духа и научает римлян не считать полезным все то, что таковым представляется по человеческому суждению. Так как христианам того времени, которых били, изгоняли и которые терпели бесчисленные бедствия, естественно было искать покоя, считать его полезным для себя и спрашивать у Бога такой благодати, то апостол говорит: не считайте для себя действительно полезным того, что вам таковым представляется. Ведь и в том, чтобы знать полезное для себя, мы имеем нужду в Божьей помощи. Настолько человек слаб и ничтожен сам по себе. Ибо мы не знаем, о чем, как должно молиться. А чтобы ученик не стыдился неведения, апостол открыл, что и сами учители находятся в неведении. Он не сказал: «Вы не знаете», но «мы». И что он сказал, это не скромность, обнаружил в других обстоятельствах. Он непрестанно просил Бога в молитвах своих о том, чтобы увидеть Рим. Однако это исполнилось не вдруг после его молитвы. Также и о жале, данном ему во плоти, то есть о бедствиях, он часто молился и вовсе не получил просимого. Так и в Ветхом Завете не получили желаемое Моисей, просивший увидеть Палестину, и Иеремия, молившийся за иудеев, Авраам, ходатайствовавший за содомлян. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Сказанное неясно, вследствие того, что чудеса, которые были тогда многочисленны, теперь прекратились. Потому необходимо сказать вам о тогдашнем состоянии, и таким образом речь будет более ясною. Каково же было тогдашнее состояние? Всем тем, кто тогда принимал крещение, Бог сообщал различные дарования, которые вообще назывались духом. Духи пророческие повинуются пророкам. Один имел дар пророчества и предсказывал будущее, другой – дар мудрости и учил народ, иной – дар врачевания и исцелял больных, иной – дар силы и воскрешал мертвых, иной – дар языков и говорил на разных наречиях. Кроме всех этих даров был и дар молитвы, который также назывался духом. Кто имел этот дар, тот молился за весь народ. Так как мы не знаем многого полезного для нас, просим бесполезного, то дар молитвы не сходил на кого-нибудь одного из тогдашних христиан, который один за всех просил общеполезного для всей церкви и учил других молиться. Итак, апостол называет здесь духом как самый дар, так и душу, которая получает его, ходатайствует перед Богом и воздыхает. Удостоенный такой благодати, встав с великим сокрушением, сильными внутренними воздыханиями, припадая к Богу, просил о том, что полезно для всех. Теперь знамением этого служит диакон, который приносит молитвы за народ. Указывая на это, Павел и говорит: «Испытующий же сердца знает, какая мысль у духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией». Видишь ли, что идет речь не об утешителе, а о духовном сердце. В противном же случае надлежало бы сказать «испытующий же духа». Но чтобы ты понял, что говорится о духовном человеке, имеющем дар молитвы, апостол и присовокупляет: «испытующий же сердца знает», то есть духовного человека, как по Богу исповедовать, проповедовать, ходатайствовать за святых по воле Божией. Ходатайствовать не для того, чтобы, рассуждает апостол, что Богу неизвестны наши нужды, но чтобы мы научились молиться о том, о чем нужно, и просить у Бога угодного ему.
это и значит «по Богу». Таким образом, это делалось и для утешения присутствующих, и для наилучшего наставления, так как тот, кто сообщает дары и подает бесчисленное благо, был утешитель. Притом, знаем, что любящим Бога все содействует ко благу. Все же сие, говорит апостол, действует один и тот же Дух. И это бывает для нашего научения и для того, чтобы явить любовь Духа, которая нисходит к нам до такой степени. Потому молящегося слушали все, так как молитва совершалась по воле Божией. Видишь ли, сколько уроков преподает им апостол о любви Бога к ним и о чести им оказываемой. 670. В самом деле, чего не сделал для нас Бог? Для нас Он создал мир тленный, для нас и нетленный. Для нас соизволил, чтобы пророки терпели напасти. Для нас послал в пленение, для нас попустил впасть в печь и претерпеть бесчисленные страдания. Для нас самих создал пророков, для нас и апостолов. Для нас предал единородного, для нас наказывает дьявола, чтобы нас посадил одесную, за нас терпел поругание, потому что говорит: «Поношение поносящих тебя пали на меня». Но однако, если мы и после этого отступаем от Него, Он не оставляет нас, но опять призывает и располагает других просить за нас, чтобы даровать нам благодать свою, как и было при Моисее, которому Бог сказал: «Оставь меня, я истреблю их», чтобы тем побудить его ходатайствовать за иудеев. И теперь он делает то же самое, почему и сообщает дар молитвы. Бог делает это не потому, что сам нуждается в нашей молитве, но для того, чтобы мы, спасаясь без молитв, не сделались худшими. По этой, конечно, причине он неоднократно говорит, что примиряется с иудеями для Давида, для того или другого, делая опять и это с той целью, чтобы примирению дать вид законности. Хотя он более показывал бы себя человеколюбивым, если бы говорил, что прекращает гнев свой на иудеев сам по себе, а не для того или другого. Но Бог не столько об этом заботился, сколько о том, чтобы самая причина примирения не послужила для спасаемых поводом к беспечности. Так сказал Иеремии: «Не молись за людей сих, ибо я не услышу тебя». Он желал не того, чтобы пророк перестал молиться, ведь Бог весьма желает нашего спасения, но чтобы устрашить иудеев, потому пророк, узнавший это, не перестал молиться. А чтобы тебе убедиться, что это сказано с намерением пристыдить иудеев, а не пророка, отклонить от молитвы, послушай, что говорит Бог: «Разве не видишь, что делают они?» И когда говорит городу Иерусалиму, Иеремия 2:32, то не в отчаянии хочет ввергнуть, но побудить к покаянию. Как ниневитян он устрашил и расположил к покаянию больше всего тем, что изрек о них неопределенный приговор и не подал им доброй надежды. Так поступает и здесь, возбуждая иудеев и внушая им почтение к пророку, чтобы хотя таким путем послушали его. А так как они пребывали в неисцелимой болезни и нисколько не вразумились тем, что другие были отведены в плен, то Бог сперва увещает их остаться там, а когда они не выдержали этого и стали убегать в Египет, то Бог попустил это, но требовал от них, чтобы они не предавались египетскому нечестию. Когда же они и в этом не послушались, Он посылает к ним пророка, чтобы не развратились совершенно. И так как они не пошли на зов Его, Он сам идет за ними, исправляет их, удерживает их от большего нечестия, постоянно сопутствует и следует за ними, как нежно любящий отец за сыном, во всем терпящем неудачи. Для этого Бог посылал не только Иеремии в Египет, но и Иезекииля в Вавилон. Пророки не противились этому, потому что знали, как много владыка любит иудеев, даже охотно делали это, подобно благодарному рабу, который исполняется жалости к беспутному сыну своего господина, когда видит, что отец о нем скорбит и сокрушается. И чего пророки не терпели от иудеев? Они были перепиливаемы пилою, гонимы, поносимы, подвергались бесчисленным напастям, и после всего этого опять приходили к ним. Самуил не переставал сокрушать себя Саули, хотя жестоко был оскорблен им и понес нестерпимые обиды. Впрочем, он и не помнил ни об одной из них. Иеремия даже написал плач для иудейского народа, а когда персидский военачальник дал ему полную свободу безопасно жить, где хочет, то он предпочел терпеть зло со своим народом и бедствовать на чужой стороне,
нежели пребывать в Отечестве. Так и Моисей, оставив царский дворец и придворную жизнь, поспешил разделить несчастье израильтян. Даниил в течение 26 дней не вкушал хлеба и томил себя самым строгим постом, чтобы умилостивить Бога к иудеям. Три отрока, находясь в печи и сильном огне, возносили усердные молитвы об иудеях, а о себе не сокрушались, потому что были невредимы, и так как надеялись тогда иметь особенное дерзновение, то и молились о них, говоря: «Душою сокрушенной и духом смиренным, да будем приятны». Даниила 3:39. «Ради них Иисус Навин растерзал ризы свои, ради них Иезекииль проливал слезы и сетовал, видя, что их убивали, а Иеремия говорил: «Оставьте меня, чтобы я горько плакал». А прежде того, не осмеливаясь ходатайствовать о совершенном прекращении бедствий, спрашивал, когда они окончатся, говоря: «Доколе, Господи?» Так был исполнен любви весь сон святых мужей. Потому и Павел говорил: «Облекитесь, как избранные Божии святые, щедроты, благость, смиренномудрие». Колоссянам 3:12, 672. Замечаешь ли всю выразительность слов, а также то, как апостол хочет, чтобы мы постоянно были милостивы? Не сказал просто «будьте милосерды», но «облекитесь», давая тем знать, что милосердие подобно одежде, всегда должно быть при нас. Не сказал также просто «облекитесь в милосердие», но «в утробы щедрот», чтобы мы подражали естественному чувству нежной любви. Но мы поступаем напротив. Если кто-нибудь подойдет с просьбой о самой малой монете, то мы укоряем его, поносим, называем обманщиком. И ты не содрогаешься, человек, ты не стыдишься того, что за кусок хлеба называешь обманщиком. И если он и притворяется, то по одному тому заслуживает сожаления, что до такой степени мучится голодом, что вынужден принимать на себя такую личину. И это доказательство нашей жестокости. Так как мы нелегко подаем добровольно, то бедные поневоле должны выдумывать бесчисленные хитрости, чтобы обмануть наше бесчеловечие и смягчить жестокость. Иное дело, если бы он просил у тебя серебряной или золотой монеты. Тогда ты имел бы основание подозревать. Если же он подходит к тебе за необходимым пропитанием, то зачем тебе без нужды любомудрствовать с излишней точностью, исследовать, обвиняя его в бездействии и лености? Если нужно говорить об этом, то не других, а нас самих следует укорять. Потому, когда приходишь к Богу просить помилования во грехах, вспомни об этих словах, и ты поймешь, что справедливее тебе самому слышать их от Бога, нежели нищему от тебя. И однако Бог никогда не говорил тебе таких слов, не сказал: «Иди прочь, ты ведь лицемер». Хотя ты постоянно ходишь в церковь и слушаешь мои законы, но на площади и золото, и свое желание, и дружбу, словом, все предпочитаешь заповедям моим. Теперь представляешься смиренным, а после молитвы бываешь дерзок, жесток и бесчеловечен. Итак, уходи отсюда и никогда ко мне не приходи. Это и даже больше мы достойны бываем слышать. Однако же Бог никогда не укорил нас ничем подобным, но и долготерпит, все выполняет со своей стороны и дает нам больше того, что просим. Размыслив об этом, избавим от нищеты просящих, и хотя бы они притворялись, не станем расследовать этого. Ведь мы и сами имеем нужду в спасении, притом в снисхождении и человеколюбием и многой милостью. Если по-нашему входить в строгое расследование, то невозможно когда-либо и спастись, но все должно подвергнуться наказанию все и погибнуть. Итак, не будем строгими судьями других, чтобы и у нас не потребовали строгого отчета. А мы ведь обременены грехами, превышающими всякое помилование. Будем иметь больше сожаления к тем, которые грешат, не заслуживая снисхождения, чтобы и мы сами могли надеяться на такую к себе милость. Хотя сколько бы мы ни старались, никогда не будем в состоянии оказать такое человеколюбие, в каком имеет нужду от человеколюбивого Бога. Отсюда не безрассудно ли, когда мы сами находимся в столь великой нужде, строго разбирать дела своих собратьев и все делать против самих себя? Таким образом, не столько ты выставляешь его недостойным твоего благодеяния, сколько самого себя, недостойным Божие человеколюбие. Кто строго взыскивает со своего собрата, с того гораздо строже взыщет Бог. Потому не будем говорить против себя,
Но подойдет ли кто-нибудь по беззаботности или по лености, станем подавать. Ведь и мы сами часто, вернее сказать, всегда грешим по нерадению. И однако Бог не тотчас требует от нас отчета, но дает нам срок для покаяния. Каждый день питает нас, вразумляет, учит и снабжает всем прочим, чтобы и мы подражали Ему в таком милосердии. Отложим и мы жестокость, свергнем с себя зверство, так как этим мы благодетельствуем больше себе самим, чем другим. Другим даем деньги, хлеб, одежду, а себе самим уготовляем величайшую славу, которую невозможно изобразить словом, потому что, облегшись в нетленные тела, мы прославимся и воцаримся со Христом. Насколько это велико, узнаем из последующего. Лучше сказать, ныне мы не можем никак получить о том ясного понятия. Но чтобы составить некоторое об этом понятие на основании настоящих наших благ, постараюсь, сколько могу, изобразить то, что я сказал. Скажи мне, если бы кто-нибудь тебя, достигшего старости и живущего в бедности, обещался вдруг сделать молодым, привести в цветущий возраст, устроить крепким и красивым, больше всех, дать тебе царскую власть над целой землей на 1000 лет и царствование тебе оградить совершеннейшим миром, то чего не согласился бы ты сделать и вытерпеть за такое обещание? Но вот Христос обещает не это, но гораздо более важное. Ведь не так велико различие между старостью и молодостью, как между тлением и нетлением. И не так велика разность между царством и нищетою, как между славой будущей и настоящей, между которыми такое же различие, какое между сновидением и действительностью. 674. Но я и этим еще ничего не объяснил. Да и вообще нет слов изобразить великость различия между будущим и настоящим, так как по причине времени умом совсем невозможно постигнуть всего различия. В самом деле, как сравнить с настоящим жизнь, не имеющую конца? А мир будущей жизни столько же отличен от мира настоящей жизни, сколько мир от войны. Нетление столько же превосходнее тления, сколько чистая жемчужина лучше куска грязи. А лучше, чтобы не сказать что-нибудь, нисколько не изобразить вполне этой разности. Если красоту будущих тел я сравню со светом солнечного луча или самой яркой молнией, то не скажу еще ничего достойного той блистательности. Каких же земных сокровищ, каких тел или лучше каких душ не должно презреть ради будущего? Если бы кто-нибудь теперь ввел тебя в царский дворец, доставил тебе возможность говорить с царем в присутствии всех, даже находиться с ним и вкушать с одного стола пищу, то ты, конечно, признал бы себя счастливее всех. А намереваясь зайти на небо, предстать самому царю вселенной, соревновать в блистательности с ангелами, наслаждаться той неизреченной славою, ты еще колеблешься, нужно ли тебе презирать деньги, тогда как хотя бы предстояло тебе лишиться и самой жизни, тебе следовало бы ликовать, радоваться, окрылять себя восторгом. Для получения должности начальника, которая доставляет тебе поводы к воровству, я не могу назвать этого честным прибытком, ты отдаешь все, что имеешь, одолжаешься у других, а если нужно, не пожалеешь заложить жену и детей. А когда тебе предстоит небесное царство, такая власть, в которой не будешь иметь преемника, когда сам Бог вверяет тебе в управление не уголок земли, но целое небо, ты медлишь и отказываешься, жалеешь денег и не понимаешь, что если видимая нами сторона неба так прекрасна и привлекательна, то сколько превосходнее высшая его часть и небо небес. Но так как телесными очами пока невозможно увидеть этого, то вознесись умом и, ставши выше видимого неба, воззри на то небо, которое выше этого, на бесконечную высоту, на свет, вселяющий ужас, на сонмы ангелов, на бесчисленные лики архангелов и на прочие бестелесные силы. И потом, спустившись с этой высоты, возьми нашу картину и представь то, что вокруг нашего царя, как то мужей в одеждах, вышитых золотом, пары белых мулов с золотыми украшениями, колесницы с дорогими камнями, белоснежные ковры, бляхи, зыблющиеся на колесницах, драконов, изображенных на шелковых одеждах, щиты с золотыми выпуклостями на середине, ремни от них, испещренные по направлению к окружности множеством камней,
коней, убранных в золото и золотые узды. Но как только мы увидим самого царя, то перестанем смотреть на все это. Он один обращает на себя наше внимание. Его порфира, диадема, седалище, пояс, обувь и необыкновенный блеск внешнего вида. В точности объедини все это, опять возведи от этого свой ум к горе, к тому страшному дню, который явится Христос. Тогда увидишь не пары мулов, не золотые колесницы, не драконов и щиты, но то, что полно великого ужаса и производит такое поражающее впечатление, что и сами бесплотные силы приходят в изумление, как сказано, силы небесные поколеблются. Тогда все небо откроется, отворятся врата небесного свода, снизойдет единородный Сын Божий в сопровождении не 20 или 100 человек, но в сопровождении 1000 и тем ангелов, архангелов, херувимов, серафимов и прочих сил. Все исполнится ужаса и трепета, земля рассядется, и сколько ни было на свете людей от Адама и до того дня, все восстанут из земли, все будут восхищены, а Христос явится в такой славе, что и луна, и солнце, и всякий свет скроется при этом блеске. Какое слово изобразит то блаженство, тот блеск и славу? Бедная душа моя, мне теперь приходится плакать и тяжело воздыхать при мысли, каких мы лишились благ, какого отчуждены блаженства. Именно отчуждены, я и о себе говорю тоже, если не совершим чего-либо великого и удивительного. Пусть никто не говорит мне здесь о гиене, так как лишиться столь великой славы мучительнее всякой гиены, а быть отчужденным от этого жребия хуже бесчисленных наказаний. Но однако мы еще стремимся к настоящему и не помышляем о кознях дьявола, который за малое отнимает у нас большее, дает нам грязь, чтобы похитить золото, или правильнее сказать «небо», показывает тень, чтобы отогнать нас от истины, и обольщает сновидениями, таково и есть настоящее богатство, чтобы при наступлении того дня мы оказались беднее всех. 675. Итак, размыслив об этом, станем пока не поздно избегать обмана и стремиться к будущему. Ведь нельзя сказать, что мы не знали о кратковременности настоящей жизни, когда дела ежедневно громче трубы возглашают о настоящей малоценности, смехе, позоре, опасностях и гибели. Какое извинение будем мы иметь, как скоро с великой ревностью гоняемся за тем, что соединено с опасностями и стыдом, как скоро убегаем того, что безопасно и доставляет нам славу и блеск, как скоро предаемся в полную власть сребролюбия. Рабство богатства тяжелее всякого мучения, о чем хорошо знают все те, которые удостоились освободиться от него. Потому чтобы и вам узнать эту прекрасную свободу, разорвите узы, бегите от сетей. Пусть у вас в доме хранится не золото, но то, что дороже бесчисленных богатств, милостыня и человеколюбие. Это дает нам дерзновение пред Богом, а золото покрывает нас великим стыдом и много содействует дьяволу влиять на нас. Но зачем же ты вооружаешь своего врага и делаешь его более сильным? Вооружи против него свою десницу, всю красоту собери в свою душу, все богатство свое сложи в уме. Пусть небо, а не кивот и дом, хранит твое золото, а мы облечемся во все свое, потому что мы сами гораздо лучше стен и важнее основания дома. К чему нам, забывши о самих себе, все свое попечение обращать на то, чего, уходя отсюда, нельзя взять с собою? А часто нельзя удержать и оставаясь в здешней жизни, тогда как представляется возможность обогатиться так, что не только здесь, но и там окажемся всех достаточнее. Кто носит в душе и поля, и дома, и золото, тот, куда бы ни явился, приходит со всем этим богатством. Но как, спросишь, это возможно? Возможно, с большим удобством. Если ты руками нищих перенесешь это на небо, то все сложишь в свою душу. Так что хотя бы и смерть пришла к тебе, никто не отнимет у тебя этого. Но ты и в будущую жизнь переселишься с богатством. Таким сокровищем владела Тавифа, которую прославили ни дом, ни стены, ни камни, ни колонны,
но прикрытые ей тела вдовиц, пролитые слезы, убежавшая от нее смерть и возвратившаяся жизнь. Станем и мы приготовлять себе такие хранилища, станем и мы строить себе такие домы. В этом мы будем иметь сотрудником Бога, и сами будем Его сотрудниками. Бог привел нищих из небытия в бытие. Ты же тех, которые приведены уже в бытие и существуют, не допустил погибнуть от голода и других несчастий, врачуя и исправляя их и всеми мерами поддерживая храм Божий, что со стороны пользы и славы может сравниться с этим. Но если ты неясно еще понял, какое украшение даровал тебе Бог, повелев снабжать нищих, то размысли сам с собою о следующем. Если бы Бог даровал тебе такую власть, что ты мог бы восстановить обрушивающееся небо, то не признал ли бы ты этого такой честью, которая гораздо выше тебя? Но Бог удостоил тебя еще большей чести. Он поручил тебе исправлять то, что для Него дороже самых небес. А перед лицом Бога ничто видимое не может сравниться с человеком. Для человека Он сотворил и небо, и землю, и море. В нем Он желает обитать больше, чем на небе. Но мы, хотя и знаем это, однако же немало не имеем старания и заботы о Божьих храмах. Но оставив их в небрежении, строим для себя великолепные и огромные домы. За это мы и лишаемся всех благ, делаемся беднее всякого нищего, потому что украшаем те домы, которых, переселяясь отсюда, мы не можем взять с собою, и не родим о тех, которые можно перенести вместе с собой и туда. Ведь и слевшие тела нищих, без сомнения, воскреснут. И тогда Бог, заповедавший любить нищих, собравший их, похвалит тех, которые заботились о них, и поделится тому, что они всякими способами старались поддерживать их жизнь, которая готова была угаснуть то от голода, то от наготы и холода. А мы, когда предлежат нам столь великие похвалы, все еще медлим и не хотим принять на себя этого прекрасного попечения. Хотя Христос не имеет для себя пристанища, но ходит странен, наг и голоден. Однако же ты без нужды и пользы строишь загородные домы, бани, галереи и множество чертогов. Христу же не даешь и малого крова, а украшаешь верхние части дома для ворон и коршунов. Что может быть хуже такого легкомыслия? Что ужаснее этого безумия? Это действительно признак крайнего безумия, а лучше сказать нечто такое, что и нельзя выразить достойным образом. Но однако, если пожелаешь, то, конечно, возможно вылечиться от этой, хотя и тяжкой болезни. И не только можно, но даже легко. И не только легко, но гораздо легче освободиться от этой опасности, нежели от телесных страданий, насколько и врач лучше. Итак, станем привлекать его к себе, станем просить прикоснуться к нам и приложим и со своей стороны все потребное, я разумею желание и готовность. Он ничего другого не потребует, но как скоро примет от нас только это, принесет со своей стороны все остальное. Принесем же ему все, что можем, чтобы и здесь наслаждаться совершенным здоровьем и получить будущее благо, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава ныне и присно и во веки веков. Аминь.